Ну что, мы продолжаем играть в игру за стрекозу, которая она стала увеличиваться прямо на глазах, смотри. О, валим, валим отсюда. Блин, этот гад сейчас меня захочется жрать. Ух ты, там что-то открылось, а там что-то открылось. И нафиг. Да, пожалуйста. Есть, электронный заряд. Давай, заряд его делай. Прикинь, у него клешни. Где электронный заряд? Электронный. Убили. Меня просто убили. А где электронный заряд был? Даже у меня же есть электронный заряд. Найти новые фрагменты и источник фрагментов служит других клеток и обломки метеоритов. Хорошо. А, 6 штук мне надо найти. Подожди. Коллекция. Споропедия. Нет. Как мне делать всякие штуки? Мне надо на кого-нибудь напасть. Ух ты, смотри. Да. Есть, я его убил. Я его убил, сейчас его сожру. А, смотри, очень похож на меня. Ладно, я тебе не могу подать тебе. Давай тут его сожрем. Есть. Прикинь. Это такие же чебрики, как и я. Интересно. Что-то новенькое. Тяжело сюда ехать. Давай это по течению, по течению, по течению. О, нет, тут какой-то огромный монстр, но он находится внизу, как бы, да? Харькает ядом. Вау. Я огромный. Смотрите, какие монстры прям электрическим каким-то током борются. Я скоро... Ну, давай его сожжем, но хоть маленький, но... Мы его сожрали, да. А этого прям много тока. Мы не пойдем. Мы ничего не сможем. Так сказать. Защититься. Опа! Где-то нас любовь ждет. Вот, есть. Соединяемся. Там слева. А что мы здесь сейчас можем... О, ты, смотри, электрический заряд, дорого сильно. Яд, выделение яда. Реснички, высокая скорость разворота. Блин, давай реснички поставим. Отсюда. Ну куда реснички эти поставить? Давай сюда. Вот, вот в этом месте они должны быть. А, я могу его увеличивать же, да? Посмотри. Это у нас кости. Слишком дорого, слишком. А, смотри, жгутик можно купить, скорость у нас будет увеличена. А где у нас эти написано очки? Я чуть не... А, 4. У нас запас 4. Зрение, зрение. Ладно, ни на что не хватает, поехали дальше. А скорость разворота зато у нас улучшенная. Да, смотри. Кувыркаемся. Ой-ой-ой-ой-ой, да я пошу здесь немножко. И тебя я уничтожил. И сейчас я сожру. Все. Блин, я сильно быстро увеличился. А, скорость разворота. Это классная штука. И плаваю я достаточно-таки быстро. Ой-ой-ой-ой-ой. Это мутанты. Очень быстрые, кстати. Очень быстро плавают. Вот что-то еда какая-то, смотри. Вот это сейчас попробуем. Ух ты, смотри, фига он упер. Блин, кусаешься, да? Фига у тебя глаз. Давай, 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 сразимся. У меня тоже клешни есть, между прочим, и шипы. Кто кого? Блин, смотри. А он хитрый. Гад. А, вдвоем уже попали. Их, убили. Они меня просто съели. Сколько у меня возрождений таких? Бесконечное количество или я все равно когда-то закончится у тебя возрождение? А, пузырьки. Пузырьки мы можем лопать. А вот кусочки еды, мне кажется, нет? Нет, это камушек какой-то. Еда стала очень быстро плавать. Смотри. Может, я возле такого большого находиться? А, нет, смотри, он сейчас на меня нападет. Иди нафиг. Мне надо разворачиваться. Быстро успевайте разворачиваться.
либо... Ой-ой-ой, смотри, какие клешки у него, офигеть. Но он достаточно медленный. Почему я тоже такой медленный, кстати? Отстань! Мне куда-нибудь уплыть подальше. Я-то думал, что за него еда будет какая-нибудь. Будет кого-нибудь убивать, а я буду поедать. Ох-ох-ох, растем-растем, смотри. Еще еда. Так, мы текаем. Понял. Медленно плаваю. Потому что у меня два жгутика всего лишь. Мне нужно накопить на жгутики. Уже это не дело. Так, медленно плаваю. Только, каких только тут монстров нет. Все разные. Ну, и еды что-то здесь мало. Может, на этого нападем? Вроде бы кажется безобидным. Убили, убили мы его. Давай, жрем, жрем, жрем. Есть. Гад хотел на меня напасть, я не нападу сейчас. Подожди секунду. Есть. Увеличились. А это что такое? Мозг? В смысле? У него вырос мозг? Поздравляем, вы на пути к разумной жизни. Спасибо. Вы прекрасно научились ориентироваться в первичном бульоне. Когда будете готовы вступить в большой мир, щелкните на кнопку. Графика здесь. Ага, ага, хорошо. Можно я еще пока немножечко поплаваю? Поем что-нибудь. А, ну увеличиваться я не буду увеличиваться, да? Просто в этом первичном бульоне могу плавать. А очки гнома я не получаю, да? У меня только 20 очков. То есть... Я могу просто плавать, давай увидеть. Давай выходим наружу. История развития. На этом индикаторе показаны все решения, принятые вами на этапе клетка. Эти решения определили те навыки, которыми будет обладать ваш подопечный, и весь вид на дальнейших этапах эволюции. Какой путь выберете вы? Третье поколение. Первое, второе, третье поколение. Четвертое поколение. Мы убивали и съедали. Угу. Всеядность. Да, да, да. Правильно. Всеядность. Выход на сушу. Выходим на сушу. И что мы там на суше? А, выход на сушу. В смысле, мы должны сейчас что-то сделать интересное. Ага. Ты что такое делаешь? Что? Длинное тело. А, нам нужны лапы. Есть. Класс, 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 класс. И денег нету. Ладно, пусть может упалый. Такой вытянутый ты у меня получил себе, долашка. Ну ладно, выходим на сушу. Распределение метафит. Этап существо. Угу. С двумя ногами, с длинным хвостом. Сибуба. Перепонг, кокет, кузнечик. А это я, сумасшедший. Такой вот, с тремя клювами. Выходим на сушу. Так, он странный. А, смотри, все одинаковые мои чибельки. Выходим, выходим, побегаем. Надо что-то с телом делать, это какая-то странность. Начинается новый день и новая жизнь для вашего существа. Сделайте глубокий вдох, окиньте взглядом новый мир и отправляйтесь исследовать сушу. Да здравствует эволюция. Добро пожаловать на сушу. Ваш подопечный вышел на сушу и теперь он окружен своими собратьями. Чтобы развиваться... Общайтесь или сражайтесь с представителями других видов и получайте ДНК. Эволюция отражается на индикаторе развития. Давайте посмотрим. Окей. Здесь указаны ваши планы. Добыть мясо. Хорошо. Для вращения камеру держите и правую кнопку мыши. Ага, а где я? А, вот он я, да? Посмотрите на себя. Ох, какой интересный чибрик. Раздобыть мясо. Ну ладно, поищем.
мясо. А где только найти? Здесь трава везде растет. А, это типа мне напасть надо на кого-то, да? Ладненько. А, давайте будем держаться возле травы. Интересный мир. О, смотри, какие-то существа. Выглядят они очень забавно. А кто это такие вообще? А, крокус-вожак. А как нападать? Прыжок, брачный зов, маскировка Z. А, вот такая маскировка. А нападать как? Может, прыжок? Нет, не знаю. Мне нужно мясо, слушай. Что-то происходит. Это еще кто? Вы встретили представителя другого вида? Кто это? Новый друг или заклятый враг? Выберите режим и приготовьтесь петь или рычать. А, режим. От выбранного режима зависит, как поведет себя ваш подопечный при встрече с другим существом. Выберите режим общения. Зеленая кнопка, чтобы подружиться с соседом по планете, или режим сражения. Конечно же сражение, потому что он выглядит достаточно-таки слабым. Поэтому мы сможем его победить, наверное.